Слава Украине, привет всем от Полонского. Друзья мои, и смех, и грех. Россияне, кто вами руководит? Это вообще какой-то капец. Сегодня Путин, ваш, выступая перед своими журношлюхами, по-другому их и не назовешь, заявил, что средняя зарплата у россиян, вот, внимание, 200 тысяч рублей. Я посмотрел, это что, порядка там, не знаю, 80 тысяч гривен, что ли? Потом просто я даже не стал, знаете, меня это на ржачку, что называется, пробило очень сильно это все дело. Это, так сказать, от заявленной подобной зарплаты, но я просто почитал реакцию самих же, это на российском сайте, поэтому там снизу идет поток мыслей от россиян, которые прочитали эту, так сказать, новость о 200 тысячах рублей. Ну, знаете, практически, без матов практически ничего, нету ни одного практически отзыва. И все, не, знаете, общее, как бы, ну, скажем так, недоумение от следующей, самый главный вопрос следующий. А в какой именно России живет Путин, на какой это Россия находится планете и где платят 200 тысяч? Потому что вот на этой планете, которая называется Земля, за 200 тысяч нищий чмобик, погрязший в долгах, в расписках этих микрозаймах, микрокредитах, идет подыхать в вонючий окоп под Донецком, и то им эти 200 тысяч тоже не платят, потому что, вы же прекрасно знаете, их кидают на деньги. А в обычной жизни, ну, что 17 тысяч рублей, 20 тысяч рублей, ну, так люди пишут. Ну, не из Москвы, понятное дело, Москва это же не Россия, у них это Москва считается, это же отдельное государство. А там где-то вот Самара всякая, там вот всякие поселки всякие, там миллион, да, вот. Вот там вот, да, 17, 20, ну 30 тысяч уже и неплохо, да, а 200. Ну, с другой стороны, тут тоже люди пишут, знаете, так вот, может он посчитал своих друзей-миллиардеров, вот, тогда надо приписать еще пару нулей, потому что что-то маловато приписал. Или следующий вариант, тоже сказали, возможно так, возможно он имел в виду не в фублях, а в копейках, ну тогда правильно.